Друзья, всем привет, с вами установочный центр Покатавто. Мы находимся в автомобиле Volkswagen Tiguan с 10 по 17 год, с прямоугольной аварийкой и новой магнитолой на андроиде производителя Vomi, самая топовая магнитола, 6128, 8 ядер, QLED экран, LTE, DSP. Поддерживает полностью все штатные функции, такие как кнопки на руле, громче, тише, следующий, предыдущий трек, поднять трубку и кнопочка выключить звук, mute. Включает, выключает. Это очень круто. Кстати, у клиентки до этого стояла Alpine магнитола, на ней была камера заднего вида, кнопки на руле вот 8 лет не работали, не знаю, она очень обрадовалась, когда мы починили ей кнопки, но не починили, подключили, установили. Причем хороший Alpine стоял. Да. Ну, видимо, такие установщики были. Аварийка, естественно, работает, воздуховоды все двигаются, крутилочки крутятся, все переставляется, все очень классно, без каких-либо зазоров. Ну, вообще, мне все нравится. Камера здесь была, она есть и осталась. Парктроники штатные отображаются. Тут есть еще, кстати, передние парктроники, они не штатные, но они как работали, так и работают. По просьбе клиентки мы оставили отображение климат-контроля на экране. То есть все это видно, режимы, все показывают, куда что дует. Это очень классно. Кстати, вот, ну, тут есть просто парковочные линии, которые рисует камера. Мы их, к сожалению, убрать не можем, но мы всегда можем включить парковочные линии, которые рисует магнитола, и они будут крутиться. Заходим в настройки. Заводские, 3368. Настройки комбуз протокола, динамические парковочные линии. Включаем. У нас появились линии, которые поворачиваются. Качество камеры, конечно, оставляет желать лучшего, но есть и есть. На нее не фотографировать, видео не снимать, аватар вторую часть тоже не снимать, или третью какая-то может. Теперь, собственно, по магнитоле. Главный экран. Тут 5 иконочек, можно любые приложения себе выставлять, телевизор, Яндекс.Музыка, неважно. Чем чаще всего будете пользоваться, то и ставим. Включаем мультик себе. Пожалуйста, моментально все загружается, все играет. Два экрана, два квадратика нажимаем, выбираем любое приложение, например, Яндекс.Навигатор, он становится слева, справа выбираем мультики ребенку. Едем, смотрим в Яндекс и смотрим мультики. Поехали в Сбербанк. Все ей понятно. Сюда. Маршрут. Маршрут построен. Все подсказывает, говорит, Яндекс.Навигатор самой последней версии. Бесконтактные заправки, все это, подъезжаете прям с магнитола, заправка, там, Shell, не знаю что, оплатить, и все, и едете. Это очень круто. Меню всех приложений, полноценный Android, если у вас телефон Android, все то же самое, что у вас в телефоне. Play Market, тот же аккаунт, заходите, скачивайте все, что нужно. DSP-процессор, усилитель звука, это очень круто, ставим рок, и вообще играет машина просто по-другому. Намного лучше, чем штатная, прям во всех машинах, где нету силка, штатные 4-6 динамиков играют намного лучше, поверьте. Радио у нас с логотипчиками. Выбираем себе Like FM, например. Удержали, и тут будет Like FM. 18 станций. Так, тише, чтобы не забанил нас YouTube. Есть комфорт для глаз. Экран желтенький, становится тоже очень удобно на дальние расстояния. На дальние и в темное время суток. Глаза не жжет. Желтый, приятный, как на телефоне режим чтения. И выключаем. Выключить экран просто можно, при этом радио, музыка, все остальное будет играть, работать. В любое место нажали, и у нас включается экран. Если у вас есть какие-то вопросы, либо Tiguan такой же, переходите по ссылке в описании, звоните, пишите. С радостью проконсультируем. Если вы из другого региона, с удовольствием отправим. Поможем дистанционно в установке. Если вы будете ставить, либо электрик какой-то что-то не понимает, мы всегда на связи. Ну, а если вы из Москвы, Московской области, к нам в установочный центр за качественной установкой, без каких-либо царапин, задиров, ничего этого у нас быть не может априори. Все делаем очень круто, классно и быстро. Всем пока.